să se simte. Здравствуйте, детское отделение работает? А? Детское отделение работает? Нет, уже врач принимал. Вообще? А, отделение на работу, да? А кто вы? Я кандидат депутата, потому что вопрос человека. Вам, наверное, надо разойти сначала. Я, наверное, хочу просмотреть, в каком состоянии находится больница, чтобы все об этом понимали. Ну, вы зайдите сначала с клиники и спросите. Я, это государственное помещение, это не конкретно частные лица, поэтому я не обязательно за поступок, если ему помещение. Набрали интервью у Кирьянова. Да. Ну, как вы делаете дела, то продвигаются? То есть сейчас... Мы не говорим, что они не продвигаются. Мы хотим показать, что в обществе они все находятся. И если данная ситуация будет решена, то мы также снимем, какой ситуация, когда она все-таки решилась эта проблема, и как находится в лучшую или в худшую сторону проблемы, это будет регулироваться. На данный момент мы прекрасно понимаем с вами, что сейчас у вас тяжелое положение с лифтом связано. Вы сами же прекрасно понимаете. Лифт уже выставлен на аукцион, уже заказан, уже документы все сделаны, ближайшее время будет установлен. Пока тоже, наверное. Нет, это я знаю, я не говорю, что проблема это в этом смысле не решается. Вы мне скажите, пожалуйста, человек, что живет в состоянии, которого нужно поднять на этом третий этаж, как это все делается? Наносит как поднимать, правильно? Не дай бог, споткнулся человек, уронил, кто за это должен отвечать? Бывает же разные ситуации. Ну, Васильевич. Мы рискуем в данной ситуации людьми, которые... Да понятно, если бы этот вопрос как бы завис... Я могу сейчас сходить до регистратуры, я к вам обязательно приду. Конечно. Вы разрешаете всем? Это государственное учреждение, поэтому разрешение... Как бы даже... Не спрашивай. Я поставлю в известность Татьяну Викторовну. Я поставлю в известность Татьяну Викторовну. Обязательно поставьте, да. Евгений. Я ее сегодня не дал. Вопросов нет. Вопросов нет, но здесь много задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а покраска ремонт давно делался? Сколько лет? Запланировано 17-й год. 17-й год. Угу. А последний когда красили? Давно. Ну, я думаю, понятно. Нет, это все уже как бы крыша заделана, и дожди такое делают как бы не только медицинское учреждение. Ну, да, очень часто наша традиция известна. На голову не функции больше. Потому что позиция уже видна и была давно. Позиция нашей власти? Нет, не нашей власти. Вы же тоже не первый год здесь, правда? И не второй. А почему сейчас? Когда мы люди обращаются, когда обращаются, когда обращаются. А покажите это обращение. А я не имею права. А вы да? Я принимаю это обращение, но я не имею права. Это как работа, когда принимает обращение, он не идет к нему. Почему? Надо говорить о том, что вы извините. Я могу также с одной формой сюда приезжать. Просто я понимаю, что вы... Поснимите, пожалуйста, что тут у нас. Я просто понимаю, если бы вы это делали год назад, вы это не сделали. Если бы вы меня сейчас пытались... Ничего, абсолютно не пытались. Так что территориальная реформа, скажем, какая, которая не так давно, но антиэнергетическая, которая
что ваша позиция была вот решение в данном направлении, когда мы сейчас разговариваем. Несчастье, вы получаете, что вы делаете просто один из проблем. По крайней мере, пока что здесь происходит. Они знают. Они знают, не делают. И почему это не делают? Я же не запланировала. Но ведь все нельзя сделать сразу. И вы не выделите, и вы не выделите деньги. И я тоже не делаю. И ничего не... И вы не поможете ничем финансово. Финансово уже уровень края здесь был. И запланировано на 17-й год. Ну, проблема не Я просто говорю, почему вы так устали. Потому что я здесь давно работаю и знаю, что проблема здесь не только в ремонте. А проблема в том, что кадров потенциал здесь очень нет, как и везде у медиков. А вы понимаете? Я понимаю, что я не знаю. Попросили вниз спуститься в туалет на первый этаж. Там вообще мясо, говорят. Пойдем. Дальше, скорее всего. Это у нас туалет.
Но унитаз ногами не вставать. Хорошо. Я выйду. Не надо это снимать, потому что ты пишешься вот от некоторых. Никого не пишешь. Никого? Пойдемте. Не буду говорить. Тоже боюсь. Я позвоню цитратку в Монголе, и за него очень радеет. Ты не радеешь. Мы можем прочитать, что мы назвали, как она показать, что мне не забоится. Не выберу это не надо. Как вы поймете? Не надо выберу. Вы до них не достучитесь никогда, потому что у вас на все эти проблемы. Я считаю, что я прав. Как риф у вас работает, других уже разрать, как решать проблемы буквально за месяца. А поскольку они дурно, это проблема только для всех этих часов. Ведь не работает только в этом году, о чем говорите, говорите. Хорошо, это не работает, не работает. И сначала мы будем... Сколько могло идти посмотреть, пока... Давайте мы не будем, что могло быть. А может быть, это было, мы же не говорим, что... Давайте не будем вот так говорить, потому как, если, извините, меня выпускают больных с пятого этажа, тоже изменялось. Нет, подождите, мы сейчас на сепаратном говорим. Выручили ее, потому что это какой-то лучший вопрос, а как же скоро спускают больных без них с третьего этажа? Точно так же на руках. Так же на руках он носит. То есть мы... Все как положено, все указано. Вот там закрыто из-за ситуации с...